Вау! Ой, точно, кстати. Очень-очень вкусный запах. Вау! Я такой цвет еще никогда не видела. Что-то вроде получается, не знаю. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Сегодня первый раз на нашем канале мы будем делать обзор слаймов. Это не реклама, мы их купили сами. То есть нам купила мама. Мы не знаем, какие нам мама слаймы выбрала, но очень интересно. Все говорят, что американские слаймы самые лучшие. И сегодня мы это проверим. В общем, мы знаем, что здесь разные текстуры слаймов. Давайте открывать. Ну что, готовы? Так, ну что, давайте же посмотрим, что там внутри. Три. Вау! О май гад! Какие красивые слаймы! Я уже вижу, что тут есть сладости. Wow. Я всегда хотела эти купить. The Sour Patch Kids. Это американские сладости. Целая упаковка. Есть такие, есть арбузики. Это мы обязательно попробуем. Меня не интересуют конфеты, а сами слаймы. Это большие контейнеры. Mm-hmm. На сколько миллилитров? На 230 миллилитров. Здесь их 6 штук. И тут под конфеты. Вау! Они как-то стоят. Давайте достанем все наши слаймы. Здесь еще лежит такой пакетик. Давай откроем. Наверное, это инструкция. И еще одна конфетка. И борок. Это тоже знаменитая конфета. Еще одна конфетка. 5 конфеток. 7 конфет. Такая вот инструкция. Тут все написано. Что нужно делать, если слайм липнет. Пакетик дорог. Давайте попробуем конфет. А я хочу попробовать слайм, а не конфет. Пробую. Они должны быть очень-очень кислые. Они сладкие. Они совсем не кислые. Не-а. Вот эти кислые, а вот эти нет. Ну что, ребята, вот они слаймы. Каждый слайм упакован в отдельный пакетик. Такой. Давайте мы их распакуем и посмотрим их поближе. Посмотрите на этот слайм, это просто красота. Он такой прозрачный. Мы сначала их вытащим. Смотрите. Это что, это айси? Ну что, ребята, вот они слаймики. Они такие красивенькие. Точно, кстати. Здесь есть наклеечки с названием. Тут. Это текстура баттер. Вот. Так, ну что, открываем? Очень хорошие контейнеры. У нас первый раз такие большие. О, вот это да! О-хо-хо-хо-хо. И сразу пахнет. Он совсем не растаял. Но очень приятный запах. Классно размазывается. Очень красиво. Настоящий баттер. Ребят, запах очень-очень сильный. Давайте проверим, как он кликает. Достаточно хорошо кликает для баттера. Размазывается просто супер. Как масло. Вообще-то баттеры не хрустят. Ну так, чуть-чуть похрустывает. Давайте розочку сделаем. Тут сердечки. У нас тоже такие есть. Он очень воздушный и мягкий. Понятно. Достаточно большой для детской руки. Мы будем ставить каждому слайму баллы от 0 до 10. Он такой красивого цвета и размазывается. Он вообще идеальный. Так, убираем слаймы. Следующий слайм я хочу проверить вот этот. Это лимонейд. Это лимонад. Тут радуги какие-то. Бицы. Не знаю, как они называются. Вот он слаймик. Такой желтый, красивый. Сима радуга. Давайте откроем. Тут еще лимончики Фима. О, как пахнет. Очень-очень вкусный запах.
Запах лимонада очень вкусный. Давайте его достанем. Первый раз трогаем такую текстуру. Как он хрустит. Надеюсь, вам слышно. Так круто хрустит. Запах просто обалденный. Так хрустит. Немножко липнет. Он, конечно, не кликает, потому что тут эти бицы. Он мягкий, чуть-чуть липнет. Я убираю один балл, что он липнет. Вначале он не лип, но теперь не могу отклеиться. Наверное, если добавлю боракс, он не будет больше липнуть. Теперь мне надо отлипнуть. Так, мы добавили немножко боракса. Теперь отлипать. Так, давайте похрустим. И совсем не колючие, но все равно немножко липкие. И бицы не вылетают. Это самое главное. Вот, смотрите, ребят, как он увеличился. Не помещается и не закрывается. Так что оставим его так, чтобы он опустился. И потом мы его закроем крышечкой. Так, сейчас я хочу открыть вот такой вот слаймик. Если я не ошибаюсь, то текстура айси. Так, ну что, открываем. Вот он. Вот он так вот называется. Star Girl V4. Странное название. Так, ну что, открываем. Мне уже интересно, какой запах. Вау, посмотрите, какой он красивый сверху. Тут еще маленький шармик. Да, здесь есть шармик, звездочка. Такая вот она. Здесь вот такие вот сверху посыпанные блестки. И маленькие звездочки и луна. Давайте потрогаем уже. О, такой крутой. Я первый раз трогаю эту текстуру. Да, это айси. Немножко похоже на клауд. Эта текстура тоже делается со снегом, но с прозрачной основой. Давайте аккуратненько вытащим на стол. Так, немножечко оно осталось на контейнере, но вытащилось очень легко. Ну что, давайте потрогаем. Звук просто обалденный. Трубочку свернули. Я это всегда делаю. Так жалко смешивать. Такие красивые цвета. Особенно вот этот. Розовый, голубой и фиолетовый. Ладно, давайте будем смешивать. Очень классное сочетание. Ребят, текстура просто, не знаю, как ее назвать. Она такая мягкая, просто воздушная бомба. Немножечко кажется, что мокрая, но очень приятно играть. И звук. А, я же не сказала про запах. Давайте понюхаем. Запах вкусный, но я не могу понять, какой. Наверное, какая-то ягода или микс даже. Да, он очень похож на снег. Он такой холодненький и мягкий. И звук просто бомба. Этому слаймику я поставлю 10. Он просто идеальный. Я тоже хочу вот такую текстуру в наш магазин. Немножко кликает. Размазывается вообще круто. Смотрите, он как будто баттер. Тяжело собрать со стола. Смотрите, слаймик тоже немножко увеличился. Но не так сильно, как вот этот вот предыдущий слайм. Так что оставим его тоже немножко опуститься. Следующий слайм, который я буду оценивать, это Blue Sangria Jelly. Это джелли текстура, он такой синий, тут фимафрукты. У него очень красивый голубой цвет. Тут у нас фимафрукты, арбузы, лимоны. В общем, ассорти. Груша, клубника. Давайте откроем. Смотрите, как он красивый. Пахнет очень
вкусно каким-то фруктом. Давайте его достанем. Какой он красивый. Проверим его качество. Он очень хорошо тянется. Хрустит. Опять прилип. Кликает. Очень вкусно пахнет. Я не умею играть с таким большим слаймом. Такая розочка. Он так размазывается. Текстура мне очень нравится. Мне нравится свой цвет, фимофрукты. Запах очень хороший. Я ставлю 10. Сначала он лип к рукам, а теперь нет. Так, убираем в баночку. Наверное, он тоже увеличился. Да. Вот. Итак, ребят, осталось еще 2 слаймика. Один еще я открою, и потом другой еще Ксюша. Я буду открывать вот такой вот. Это Clear Slime. Очень интересный цвет какой-то. Как будто бы 2 цвета. Вот такой вот он слаймик. Во, какой он красивый. По-моему, он немножечко растаял. Но он очень прозрачный, посмотрите. Я такой цвет еще никогда не видела. Интересно, что за краска. Палец не очень видно. А хотя видно. Немножечко. О, прилип. Ладно, давайте будем вытаскивать. Так, я смочила руки бораксом. И сейчас будем доставать слаймик. О, он такой прозрачный. Посмотрите. Так, он очень эластичный, достаточно плотный. Кликает очень хорошо. Очень громко. Запах непонятно. То ли есть, то ли нету. Но запах вообще не чувствуется. Очень классно кликает. Тянется хорошо. Хрустит тоже очень хорошо. Минус только, что нет запаха. Очень эластичный. Так сверкает. Ну, даже я ему поставлю не 9, а 9,5. Потому что все остальное отлично у него. Только запаха нет. Текстура вообще супер. Надеюсь, поместится. Вот и все. Ну что, и остался еще один последний слаймик. Это Cloud Slime Unicorn Ice Cream. Мороженка. Я не очень умею играть с кладом, но попробую. Как красиво тут. Это уже второй шармик, это такой рог. Рог единорог, он такой красивый, давайте достанем его. Как всегда прилипает. Сверху еще блесточки. Следа. Мы заметили, что баночки очень хорошо заполнены. Прям до краев. И он так хорошо пахнет мороженым. Прям запах мороженого. Такой вкусный, цвета такие красивые. Такой розовый, голубой и фиолетовый. Очень нежные цвета. Тут такая слюда. Давайте попробуем вытащить. Он очень мягкий. Он хорошо достается, не липнет. Идеально достался, и он так вкусно пахнет. Смотрите, он так хорошо размазывается. Давайте попробуем подрезлить. Я не умею это делать. Запах вообще такой вкусный, сесть хочется. Очень мягкий, очень вкусный. Сейчас поможем Ксюше. Раздрезать. Я сама тоже не профессионал, конечно, этого дела, но нужно... В общем, написано, что нужно
хорошенько. Попробуем. Что-то вроде получается, не знаю. Как они так разрезали. Вот он немножко рвется почему-то. Я ставлю десяточку, потому что мне очень нравится. Очень красивый цвет. Мне нравится текстура, запах. Супер, вообще. В общем, ребят, подводим итоги. Американские слаймы действительно очень классные. Нам понравились все слаймы. Особенно вот этот вот. Ну, это чуть-чуть липнул. Самый-самый мой любимый это... Вот это. Вот это. Первое место вот это, а второе вот это вот. А все другие, остальные тоже крутые. Они у меня на последнем месте. А на сегодня все, и мы пошли дальше играть с этими прикольными слаймами. Надеемся, вам понравился этот обзор. Если да, то ставьте лайки. И подписывайтесь обязательно на наш канал. Нажимайте на колокольчик. Всем пока! Thank you.